Мы находимся на выставке CPM 2019, и сегодня у нас есть представитель из Австрии. Кристиан, tell me please about your company. The company HOT is located in Austria. We are Austrian company. It's the international headquarter. We are specialized on development of cosmetics or pheromone perfumes and massage oils. We work in around 58 countries, also here in Russia. We have a department here in Russia. It's called Prime Products Limited here. And Mrs. Daria Noximen is the CEO and take care about the Russian market. Позвольте, я переведу. Значит, Кристин Хубер – это владелец компании из Австрии. Наша компания уже 20 лет на рынке, и в России мы представлены 8 лет. Работаем в 58 странах, и здесь, на выставке, может быть, кто-то даже удивится, почему наша косметическая компания представлена, но мы инноваторы и подумали, что идея белья должна быть продолжена, и предложили необычные вещи, который уже имеет колоссальный спрос, я бы так сказала. Но посмотрим. Мы очень любим интриговать, секреты, так что да, мы будем в будущем учить. Очень здорово, очень рады вас здесь видеть. Спасибо и удачи вам на выставке и, в принципе, в продажах.